На данный момент комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг зарегистрировано 10 компаний в качестве участников МФЦА. Но главной новостью на сегодня является регистрация представительства Государственного банка развития Китая. Это существенный стимул для притока солидных инвесторов Китайской Народной Республики. В целом мы планируем, что до конца года будут зарегистрированы порядка 100 компаний. МФЦА вызывает активный интерес у потенциальных инвесторов. И в свою очередь мы считаем, что в задаче по привлечению инвестиций в экономику Казахстана МФЦА выступает в качестве современной высокотехнологичной инфраструктуры с благоприятной юрисдикцией, предоставляющей все необходимые условия для привлечения как прямых, так и портфельных инвестиций. На данный момент МФЦА определен пул потенциальных участников, с которыми ранее были обозначены договоренности по совместному взаимодействию на площадке МФЦА. Среди таких компаний крупнейшие международные институты развития, управляющие компании, инвестиционные банки, консалтинговые компании, финансовые ассоциации, исламские финансовые институты, брокеры, дилеры и другие игроки рынка, заинтересованные в работе МФЦА.